Я хочу пригласить на эту импровизированную сцену замечательную девушку, представительницу бренда Эрнеста, Марину Подлесных. И сейчас будет красота. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот как. Ваша аплодисменты. Добрый день, друзья. Я организатор показа бренда Эрнеста, дополненный уникальным декором. То есть этот декор – это фактически часть платьев. Это уникальное колье от Александра Титкова. Это многие платья, это ручная работа. И Ирина Степанова, собственно, дизайнер Эрнеста, создательница бренда, действительно человек, влюбленный в свое дело. То есть, во-первых, она и профессионал, во-вторых, она настоящий художник. То есть она видит ткань и уже видит, что из нее может получиться. Все ее платья уникальны, и многие звезды выбирают ее наряды для выхода в свет, для различных мероприятий. И действительно, тот человек, который готов заниматься бесплатно, заниматься чем-то и что-то у него получается хорошо, то это действительно приносит успех. И в данном случае мне очень приятно выступить и организатором показа, и в частности моделью. И, конечно, в показе примут участие звездные гости. Среди них это Ирина и Александр Шпак, за которыми сейчас следит вся Россия. Также показ будет состоять из участниц, финалисток и победительниц различных конкурсов красоты. Среди них будут «Миссис Россия», различные участницы «Красы России», «Мисс России». И показ будет действительно интересный, зрелищный. Каждое платье уникально и неповторимо. То есть коллекция отшивается, каждое платье в единственном экземпляре. Для всех присутствующих, и рада, что здесь мои бывшие коллеги, Таня Логинова, мы с ней работали вместе. И здесь для всех присутствующих Ирина предоставила платье, в котором можно сфотографироваться в летнем саду ювелирного дома «Эстет», в этих шикарных зеленых интерьерах тропических, и нарядиться в роскошное платье с этим замечательным колье. Вот, почувствовать себя настоящей богиней и, как говорит Ирина про своих клиенток, все мои клиентки – это успешные, счастливые и сексуальные девушки, которые выбирают ее наряды. То есть это те, кто не боятся заявлять о себе миру и чувствовать себя настоящей музой для своей семьи, для окружающих, и украшать мир своим присутствием.